Всем привет, с вами Тимофей. Сегодня я буду снова пробовать алоэ для волос. Но, можно сказать, это первый раз, когда я буду делать это правильно. Потому что, когда я пробовал делать это до этого, я не посмотрел. Я не посмотрел, как это делается правильно. И в итоге получилось не совсем хорошо. Так вот, снова, что нам потребуется? Алоэ. В этот раз я буду использовать для головы пищевую пленку, полотенце, расческа, нож, и это все. И первое, что нам нужно сделать, это нарезать алоэ. Нарезаем мы, вот как я слышал, вот эта вот часть, она вообще не нужна, потому что она для нас вредна. Опять же, как я слышал, это не точно. И опять же, вот, запах, ну, алоэ не очень приятный. Не знаю, может, кому-то нравится, но мне не очень. Нарезаем алоэ. Ну и думаю, вот этот мелкий кусочек нам тоже не особо пригодится. Алоэ мы нарезали. И что мы теперь делаем дальше? И после того, как мы нарезали алоэ, я думаю, мы можем подготовить волосы, расчесаться. Поэтому приступим. Вот так вот невесело выглядят мои волосы, когда я расчесан. Теперь мы берем алоэ и разрезаем пополам. И вот это вот мы начинаем втирать волосы. Я надеюсь, сейчас я делаю все правильно. Минус один. В общем, я закончил втирать в голову алоэ. Вот, сейчас я думаю немного причесать волосы, насколько это возможно. Потому что как-то это же надо все замотать. В общем, теперь мы берем такую штуку. Теперь мы заматываем наш результат. В общем, окей. Волосы засовываю под эту штуку. Под пакет, грубо говоря. Выжимаем весь воздух. Фиксируем, так сказать. Ну и как в дополнение. Да.
Ну и как в дополнение, мы накрываемся полотенчиком. Ну а теперь ждем минут 20-25, может быть 30. В общем, я посидел с маской минут 40. Не знаю, может это перебор, может нет. Сейчас я иду смывать эту маску с волос. И посмотрим, что на этот раз у нас получилось. Надеюсь, в этот раз не будет никаких остатков алоэ на волосах, и волосы будут получше, помягче, и не знаю, сила алоэ будет в моих волосах, что-нибудь такое. Погнали смывать волосы. Не переключаемся и ждем результата. В общем, волосы я помыл, они уже почти высохли. Но я думаю, дожидаться прям вот окончательно, как они высохнут, нет смысла. Что я могу сказать сейчас? Ну, во-первых, использовал в этот раз я правильно, потому что на волосах ничего, никакого алоэ не осталось. Вот. Волосы, ну, прям чтобы вау, я бы не сказал. Вот. Какой-то объем создался. Вот, немного все равно остается ощущение, как будто сена на голове, но что я заметил, во-первых, то, что волосы легко расчесываются, не спутываются, это плюс, вот, не знаю, как будет по ощущениям, когда они до конца высохнут, но сейчас есть немного такое ощущение, как будто, знаете, волосы немного грязные, и вот я не знаю, что делать с этим, в плане того, что мыть шампунем после алоэ я не вижу смысла, в плане того, зачем тогда делать алоэ. После шампуня у меня опять будет спутываться. И интересно, насколько вот этого применения алоэ достаточно, чтобы они вот легко расчесывались, в плане того, что если я, допустим, использую один раз в неделю, будет ли у меня в последующие дни после использования алоэ путаться волосы, при расчесывании будут ли проблемы. Это нам еще предстоит узнать, но надеюсь, что нет, потому что использовать каждый день алоэ после того, как ты помыл волосы, ну, не очень круто, потому что это время, и очень много времени на это уходит. Вот. Ну, а так, в принципе, мне понравилось. Да, волосы уже почти высохли. Я вот не знаю, может, это у меня уже бзик, но мне кажется, что они темнее стали, что ли. Может, еще не до конца высохли. Неважно. Так, выглядят волосы. Да. Сейчас состояние волос не ахти. Все такие: Тима, иди подстригись, иди подстригись. Нет. В любом случае. Так, а вот эта вот прядочка у нас сейчас пойдет куда-нибудь сюда, чтобы мне не мешало. В общем, всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, ждем следующих видео, пишем в комментариях, о чем вы хотите увидеть видео еще, и я обязательно буду читать и стараться делать то, что вам тоже интересно, не только то, что интересно мне. Всем пока-пока, до новых встреч, с вами был Тимофей.